Отношусь положительно, но никогда не ходил. Хочешь? Да, на самом деле интересно. То есть, ну, как бы есть, конечно, стереотип, да, там мужчины там не ходят, только ходят, стригутся. Но на самом деле интересно там все равно за кожу поухаживать. Ну, короче, лицо, оно как бы важно. И думаю сказать вслепую, поэтому такие, да, как пойдет. Рекомендуют начать ухаживать за собой. То есть, ну, я не имею в виду умывание, крема, а именно вот уже какие-то косметологические процедуры. Массаж в том числе. Что делает массаж? Массажи разные бывают, но все равно основное предназначение массажа — это улучшение микроциркуляции, кровообращения, лимфодренаж, лимфоотток, снятие отечности и спазмов мышечных. То есть, если мышца на лице находится в спазме, она начинает формировать морщинку. То есть, это профилактика морщин. Плюс стимуляция выработки коллагена, эластина, улучшение цвета лица, качества кожи. Заново родился, только в плане лица. Вот, так что планирую прийти еще. Здравствуйте, меня зовут Анна, я косметолог студии красоты GK Beauty, и сегодня я хочу вам рассказать про процедуру, которую мы будем делать наши прекрасные гости. Сегодня мы сделаем аппаратный массаж RSL. Данный массаж — это просто новейшая разработка аппаратных технологий по коррекции фигуры. Преимущество данного массажа является в том, что он обладает очень мощным лимфодренажным эффектом, то есть он полностью разгоняет всю ненужную жидкость в организме, тем самым выводит шлаки и токсины из организма. Также он работает с объемами, с целлюлитом, если такой есть. Также отличная процедура для тех, кто занимается спортом. Он отлично расслабляет мышцы, дает легкость теле. Плюс за счет вращающихся сфер он дает легкий скрабирующий эффект, поэтому после процедуры ваша кожа будет гладкая, плотная. После первой процедуры можете уже отследить то, что объемы стали меньше, поэтому вы отдохнувшие с прекрасной упругой кожей. Поэтому также идеальная процедура для лета. И еще преимущество этого массажа в том, что мы не используем никакие дополнительные средства, то есть ни масла, ни крема. Поэтому после процедуры можете спокойно встать и заниматься своими делами. Ждем вас на эту процедуру.
Процедуру аппаратного массажа RSL делать лучше курсом, несколько раз в неделю. Средний курс процедуры от 6 до 10 раз. Возможно, потребуется больше. Все индивидуально, то есть мы на первой процедуре обязательно проводим консультацию и рекомендуем определенное количество процедур под каждого клиента. Также замечательно, что участница проекта выбрала данную процедуру, так как она усердно занималась спортом все эти несколько месяцев. В комплексе спорт и RSL работают просто замечательно. Наши участники ухаживают за собой в салоне GK Beauty Studio. Это особняк красоты в самом центре Екатеринбурга с собственной парковкой, более 30 востребованных бьюти-направлений. GK Beauty Studio в 2022 году получил награду «Лучший салон красоты в городе Екатеринбург». Для Кати выбрали миндальный пилинг. Это один из видов профессионального химического пилинга, при котором происходит деликатное очищение кожи. Эта процедура считается щадящей. Молекулы миндальной кислоты достаточно крупные, за счет чего не могут проникнуть в глубинные слои эпидермиса и травмировать кожу. Очищение происходит на уровне рогового слоя. Миндальная кислота не раздражает поверхность лица, не вызывает воспалений и аллергических реакций, поэтому отлично подходит для людей с нежной и чувствительной кожей, в том числе и для круглогодичного использования. Рекомендации, что у меня обычный базовый уход – это очищение, тонирование, увлажнение. Может, там добавить какие-нибудь средства с кислотами или что-то еще. Потому что я не так давно живу в Екатеринбурге, до этого жила в другом городе, и у нас там была очень активная коммуникация и посещение у меня косметолога. Здесь я вот пока своего не могу найти. Смотрите, нужно совмещать салонный уход в любом случае и домашний. То есть, если вы пользуетесь доп. Средствами, ну, хотите пользоваться там сыворотки, например, крем для глаз, для кожи вокруг глаз, какие-то маски, то почему бы нет? Можете добавлять по поводу средств. Как правило, я рекомендую только профсредства. И потом, если будет интересно, могу вас проконсультировать. И то есть под клиента мы заказываем, либо смотрим, что у нас есть на ритейле. Uh-huh. Вот. То есть так, по процедурам чистки раз в 3 месяца рекомендую делать регулярно. На отдыхе побывала я вместе с ним. Отлично. Приходите еще обязательно. Мне кажется, как будто оно прям плотнее даже, да, стало? Это более Ну, конечно, пилинг миндальный, он как работает с порами, с какими-то подсыпаниями, так он дает очень хорошее увлажнение, то есть стимулирует процессы, которые отвечают за увлажнение. Поэтому может быть, да, такой эффект легкого лифтинга, уплотнения кожи. В любом случае, кожа наполнена, увлажненная, свеженькая и сияющая. Пожалуйста. У ребят было задание придумать свое собственное воплощение преображения и отразить его на получасовой фотосессии. Съемку мы проводим в фотостудии «Росса». У них современное съемочное и осветительное оборудование и все необходимое для проведения профессиональных фотосессий и мероприятий. Фотограф Александр помог раскрепоститься и выбрать самую удачную позу. В студии просторные залы с панорамными окнами и дневным светом, современные интерьеры и одна из уникальных особенностей – установлено зеркало с профессиональной камерой, которой можно управлять с помощью пульта. Вы можете делать фотографии на свой вкус и без участия фотографа в любой локации.